Ребята, всем привет! Вы на канале Страна Игрляндия, и сегодня мы играем в Сэндвич Раннер. А вот и мой круассанный бутерброд. Только что-то у меня управление заедает, мышка лагает, вот блин. Как же обидно за неудачное начало. Такая вкуснотища утонула. В игре это называется просто фейл, а в жизни перевод продуктов. Ребята, помогите, поставьте лайк. Вместе мы соберем мега огромный сэндвич. Накормим нашего монстрика обжору. Ух ты, классно, у меня кажется, на этот раз все получилось. Похоже, наш прогод остался доволен. И мы справились с заданием на 3 звездочки. И на этот раз, надеюсь, монстр не останется голодным. Вау, вот это трюк! Получился крутой маневр, но рисковать я так больше не хочу. Ребята, у меня уже 588 левел, а я до сих пор так и не разобралась, как же менять скин монстра. Кто играл в эту игру, подскажите, возможно ли сделать такое? Если что, пишите комменты, буду очень благодарна и в следующем видео передам огромнейший привет. Ну а тем временем у меня новая трасса, на которой было чуть не поджарилось, так бы у нас был сэндвич барбекю. Ого, огромный такой получается размер. Но как всегда, наш монстр проглотит это все и не заметит. Эх, жаль, не всю успеваю забрать. Не получается быстро подобрать все продукты. И для монстра это маловато, всего лишь 2 звезды. Напоследок будем исправляться. И точно никаких какашек. Не будем монстрику портить вкус. Последний помидорчик, а на сегодня это все. Всем чао, какао и до новых встреч!